Я понятия не имею, что это такое. Тут какой-то подвох. И сейчас я что-то ей тут куплю. Давай, давай, давай. Всем привет, меня зовут Маша. И сегодня мы с мамой. Всем привет. Будем обмениваться новогодними подарками. Мы каждый приготовили по 5 подарков друг другу. И сегодня будет вот такое веселое новогоднее видео, и мы будем обмениваться подарками. Кстати, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Мне будет очень приятно, это будет мой новогодний подарочек от вас. Ну а мы поехали, потому что мне не терпится подарить маме подарки и посмотреть, какие же подарки для меня она приготовила. Так, ох, какие подарочки я для Маши приготовила. Ей должны понравиться. Ну что, и вот мы с Машей приехали в большой магазин с разным ассортиментом товаров. И сейчас будем выбирать друг другу подарочки. Ну и первым делом я, конечно же, пошла в отдел, где разные вкусняшки. Я сейчас буду выбирать ей что-то вкусненькое, а вы пока пишите в комментариях и угадывайте, что же я ей все-таки куплю. Тут вот такие вот есть адвент-календарики. Вот такие вот вкусные конфеты. Она, кстати, их любит. Разные. Вот такие вот домики, которые нужно собирать, украшать имбирные. Новогодние прянички. Очень много всего классного. Сейчас что-то ей выберу. Я для Маши кое-что приготовила. Вы уже, наверное, догадываетесь, что это такое. Но сейчас мы покажем Маше и увидим ее реакцию. Но мне кажется, она 100% обрадуется этому подарку. Так, мне уже интересно. Тут что-то большое и тяжелое. Давайте посмотрим вместе с вами. Ну что, тебе нравится? Я знала, что для тут тебя выбрать. Тут куча шоколадок. Вот такая вот шоколадка Милка. Маша очень любит шоколадки, я знаю. Еще вот такая вот шоколадка. Снеговичок-зефирка. Вот такой вот снеговичок. Я просто не могла его не взять, когда увидела. Он просто очень классный. Маша любит маршмеллоу, а снеговик маршмеллоу – это вдвойне, наверное, вкуснее. И вот такие бисквитные палочки в шоколаде. Ты довольна? Да. А теперь я тебе дарю подарки. Мамочка, я тебе приготовила тот подарок, которого тебе реально не хватало. Держи. Только осторожно. Вау, какой красивый пакетик. А что же там внутри? А там внутри реально то, чего мне не хватало, когда мы наряжали елку. А вы, кстати, можете написать в комментариях, как вы думаете, что в этом голубом пакетике? А там внутри, смотрите, елочные украшения. И сейчас мы вместе с Машей да украсим немножко нашу елочку, потому что все писали в комментариях, что у нас очень мало игрушек. Маш, спасибо! Класс! И сейчас всем этим игрушечкам мы найдем место на нашей елке. И вот смотрите, мы повесили игрушки. Они все у нас синего цвета. Смотрите, какие. Вот такая классная, вот такая классная шишечка, маленькие вот такие шарики, потом вот такие колокольчики, смотрите, телефон голубой, еще одна такая девочка, потом вот такой вот шар красивенный, вот такой вот красивенный шар, просто супер, очень классные игрушки, и наверху у нас вот такой вот тигруля. Спасибо тебе огромное за подарки. Так, следующий подарок я для тебя дарю. Ну и, конечно же, новогодний отдел я стороной не обойду. Смотрите, какой классный гном. Очень классный. И сейчас тут я тоже что-то выберу Маше. Очень красиво. Я не знаю, я бы тут все взяла. Я бы, наверное, все подарки взяла бы в этом отделе. Просто милашные фигурки, мишки. Смотрите, какие классные. Очень-очень. Я тоже очень долго ходила по новогоднему отделу в магазине и кое-что для Маши нашла. Надеюсь, тебе понравится. Так, мне очень интересно. И что? Давай, доставай, показывай. Я думаю, тебе понравится.
И это вот такой вот, смотрите, гномик. Помните, мы с вами вместе смотрели очень много классных гномиков? У нас есть вот такой вот большой гномик. Мы его покупали в прошлом году. А этого мне еще подарили. Они так мило смотрятся вместе. Они вообще как одинаковые. Okay. У нас еще где-то третий гномик есть. Он под Машиной елочкой, кажется, стоит. И будет у нас три вот таких вот гномика. Итак, следующее, что я хочу тебе подарить, мама, это вот такая вот непонятная странная штука. Наверное, вы на нее смотрели и не понимали, что это, но скоро сейчас мама откроет. Я тоже знаю, не что понимаю, это. Что это такое. Держи, открывай. Честно, я понятия не имею, что это такое. Я бы подумала, что это какая-то корзина, но она без дна. Итак, что это? Открывай. Так, это надо... И это кажется... Угу. А почему дна нет? Паша, что это? Где дно? Я в шоке. И я что же это? Не понимаю, что это, но я думаю, вместе с вами сейчас мы разберемся. Смотрите, это кажется таки корзина. Но почему у нее нет дна? Что это такое? Мам, помнишь, что ты хотела найти корзину для елки, но не могла ее найти, потому что у елки очень специфическое дно. Да. И я даже не знала, я хотела найти корзину, но боялась, что если я поставлю елку, то она там будет шататься в этой корзине. Оказывается, есть специальные корзины, подставки под елки без дна. И это она, реально, точно! Смотрите, сейчас я это все открою, и мы попробуем установить, я даже боюсь представить, как это сделать, ее под елку. И вот посмотрите, как елочка выглядит в этой подставочке. Очень классно. Мне нравится. Прямо как будто бы елочка растет у нас в квартире. Спасибо тебе огромное за подарок. И у меня для тебя есть ответочка. А вы, кстати, угадываете, что я сейчас Маше куплю в магазине? Как вы уже поняли, я не зря зашла в спортивный отдел магазина, где есть много классных кроссовочек, вещей. И сейчас я что-то ей тут куплю спортивное. Может быть, костюм, а может быть, кроссовки, а может быть, ботинки, а может быть, куртку. Сейчас все увидите. И вот что я нашла в этом магазине. Этот подарок поместился вот в такой вот пакет. Так что половина из вас угадали, половина из вас не угадали. А теперь посмотрим, будет довольна Маша или нет. Да, да. Давай, реально? Давай, давай, реально. Вот, кто угадал? Та-дам! И что это такое? Что это такое? Что? Давай, доставай, что нам не видно из-за этого огромного пакета. И это новая модель. Совершенно новые Джорданов. Как они называются? Это Маша очень долго смотрела, мечтала Джорданы, о такой модели. Трэвис Скотт. Угу. Вот такие вот классные. Смотрите, у них желтая подошва специально, как будто бы она такая заношенная, старая. И в комплекте еще идут розовые, красные. И какие еще? Черные. Ну, которые сейчас тут. Мне кажется, тут еще пара была шнурков. Нет. А, да. И белые. Три пары шнурков и одни в Джорданах. Ну что, ты довольна? Да, очень. Спасибо. И я довольна. Кто-то, кажется, решил их обуть? Обуть. Или мне показалось? Нет? Да ладно, голые ноги не надо, потом оденешь. Так, раз ты мне тоже подарила такой огромный и прикольный подарочек, сейчас я тебе подарю тоже. Большой, небольшой? Ну посмотри! Thank you.
огромный пакетик. Огромный пакет. И просто. Что же тут, угадай? Но он, кстати, очень легкий. Тут какой-то подвох. А внутри, знаете, что внутри? Сейчас вам покажу. Итак, вот огромный пакет. Да. Больше, чем Маша. А внутри... А внутри, смотрите, что. Ну, просто другого пакета не было. Кстати, я ходила, выбирала эти свечки. Это самые пахучие были. Они очень вкусом пахнут, и мне очень понравились. Но, извините, пакетик просто не по размеру, другого не нашла. А свечки действительно очень пахнут. Если кто-то любит в Макдональдсе пирог вишневый, они пахнут именно так. Просто очень классный аромат, да, прямо новогодний. Да, так еще поднесла, как будто они тоже вот нюхайте. Зрители. Очень классно, спасибо тебе огромное. Ну и, конечно же, огромный-огромный отдел с разными штучками, которые любит Маша. С косметикой, с разными мыльно-рыльными принадлежностями. И тут сейчас я тоже для Маши что-то выберу. Как вы думаете, что это будет? Может, какие-то масочки? Может, какие-то кремчики? А? Как думаете? А сейчас вы все увидите. Ну а следующий подарок я тебе нашла в отделе с косметикой, где мы с твоими подписчиками очень долго только что ходили. С косметикой. Так, какая? Можно посмотреть? А теперь, сейчас вы все увидите, что же все-таки я купила Маше. Я не знаю, как на это реагировать, но это очень круто. Я, кстати, давно это хотела. Сейчас я покажу, ну, то, что я ожидала, в принципе, увидеть. Но я вообще поначалу подумала, что это именно косметика, а не уходовая. Вы уже увидели. И это вот такой алоэ-гель. Маша любит, и да. Когда я нахожу эти алоэ-гели, я их постоянно покупаю. Потому что они у нее заканчиваются со скоростью света. Две вот такие вот масочки для чистой кожи. И дальше то, что я давно очень хотела... Это бомбочка радужная, вот такая вот облачко. То есть, если ее запустить, то она будет как радугой вот так дуть. И, в общем, это она очень будет редко плавать. Такие бомбочки можно найти. И когда мы находим, мы обязательно их покупаем, потому что Маша их обожает. Ну что, тебе подарок понравился? Очень. Так, что же тебе дальше подарить? Я, наверное, самое прикольное оставлю на конец. Поэтому вот это я тебе подарю. Это тоже тебе очень понравится, потому что ты очень любишь это. И это. Вот такие вот чашечки с двойным дном. Очень классные, я их обожаю. Спасибо тебе огромное. Мы с Машей по утрам пьем из папы в таких чашечках чаек. Еще у меня такие стаканы есть, но половина из них побитые, потому что они очень бьются, очень прямо как елочные игрушки бьются. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Теперь моя очередь. Держи. А еще я кое-что придумала среди этих дедушек Мороза. Есть один очень классный декор для ее комнаты. Сейчас я его возьму, и вы увидите. Очень классный. У тебя красненький пакетик, и смотри, что внутри. И... Нет, это не на голову шапочка. Это шапочка на спинку стула одевается. А почему не на голову? Такие новогодние получаются. Не, ну прикольно. Это я, кстати, в отделе новогоднем тоже нашла. Очень классный, мне кажется, тебе понравится. Да, мне очень понравилось. Теперь я тебе дарю самый прикольный, самый последний подарочек. Ты готова увидеть? Давай. Вот, держи. И это вот такой вот пакетик. И что а в пакетике? А в пакетике что-то очень красивое. Так, смотри, мам, что там? И там, посмотрите, какая красота. Угу. Очень мягенькие, очень классные такие брючки. Домашние. Это пижамка. Вот такие вот шорты. Что, это такой костюм? Шорты с брюками носить нужно? Это набор, типа, нет, более еще. Весенний и более зимний. И вот такая вот футболочка. Очень классная, да? Да. Кстати, этот костюмчик разработала моя крестная, и я знала, что тебе понравится.
Класс, да, я, кстати, знала, что Вика, твоя крестная, открыла линию по производству вот такой спортивной классной одежды. Это реально она делала? Да. Очень классно. Так что, кому понравится, можем вам по секрету где-нибудь рассказать, где Маша купила, да? Класс, спасибо тебе огромное, мне очень-очень понравилось. Пожалуйста. И вот мы с мамой уже обменялись новогодними подарками. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Наша Маша, и всем пока-пока! И всех с Новым годом! Да!